Все. Здравствуйте, редакция «Блокнот». Вот я вам написал письмо на WhatsApp. Вы мне просили видеообращение. Вот, пожалуйста. Я вам показываю. Вот с 27-го творится, что у нас. Когда осадки выпали, вот что у нас творится. Сейчас, конечно, подсохло это все, но это до поры до времени. Вот представляете, что тут творится у нас. И вот здесь в зале у нас тоже. Вот. Вот здесь вот течет кондиционер, здесь электричество. Соответственно, может быть, даже замыкание произойти. Вот весь зал. Вот. Посмотрите, пожалуйста. Вот. Видите, что творится? Полностью зал идет. Это называется, делали капитальный ремонт кровли. Вот пройдемте сюда. Здесь что у нас творится? Вот. Это ванная комната. Здесь вообще текло. И вот по центру здесь вот текло и углы. Вот он угол полностью. Мы начали ремонт делать, из-за этого мы приостановили ремонт. Потому что мы не можем делать ремонт, так как крыша у нас сейчас значит, пойдут, опять у нас вот это все пойдет. Вот, пожалуйста, вот кухня. Вот угол. Текло прямо по проводке на розетку. Вынуждены были отключить в подъезде электричество. Вот, здесь под...